Семейная авария на кольце инструментального завода. Родители врезались в машину дочери. Город Владивосток ближе к концу рабочего дня накрыла огромная туча. Резво начавшийся ливень буквально за 20 минут намочил все дороги краевого центра. Но этих 20 минут вполне хватило, чтобы произошло следующее ДТП. Водитель Toyota Corolla двигался на кольцо инструментального завода. Впереди ехал Subaru Forester. Внезапно девушка на Subaru притормозила, а водитель Corolla не смог повторить этот простой маневр. Было плохо видно. Что сели дом? Дождь шел. Ливень, да? Да, практически ливень. Я не заметил, когда она тормознула. Повреждения обоих транспортных средств не фатальны. Corolla с места происшествия сможет уехать своим ходом. Не говоря уже о Subaru, который отделался лишь порванным бампером. Однако разойтись по Европротоколу участники почему-то не спешили. Как выяснилось, в ДТП пострадали родственники. Водитель и пассажир Toyota Corolla – это отец и мать девушки, которая двигалась впереди на Subaru Forester. Все вместе они направлялись к родственнику в район Эгершельда. Однако доехать туда на целых автомобилях у них не получилось. Теперь все трое ожидают сотрудников ДПС, и, по словам участников, со страховками у них все нормально. Почему же не стали оформлять по Европротоколу, участники делиться этой информацией не стали. Ну а пока все ждали ГИБДД, на данном участке образовался внушительный затор.